Это программа «День с толком». В студии Андрей Дриер. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Теперь это пандемия. Россия ужесточает меры карантина из-за коронавируса. Хоронили незаконно. В Барнаульской муниципальной похоронной службе прошли обыски. В доме-интернате для престарелых и инвалидов ветеранам войны вручили юбилейные медали. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. Это значит, что заболевание приобрело всемирный масштаб. В России в связи с этим планируют ограничивать массовые мероприятия. Уже запрещено посещение нескольких европейских и азиатских стран. В Алтайском крае на горячую линию Роспотребнадзора за несколько дней поступило порядка 20 звонков по вопросам коронавируса. Как нам рассказали специалисты ведомства, в основном люди сообщают о намерении ехать за границу и интересуются, какие меры им стоит предпринять, чтобы не заразиться. А кто-то вернулся из стран, охваченных эпидемией, и уточнял, что теперь делать. Телефон горячей линии вы сейчас видите внизу экрана. В списке стран особого внимания – Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Германия, Испания и Франция. Как пояснили в Роспотребнадзоре, у тех, кто приехал из этих, а также других стран, проверяют температуру тела, берут анализ из носоглотки и вручают постановление, что они находятся под наблюдением в течение 2 недель. Далее, пояснили специалисты, приехавшим советуют изолировать себя, а оставшись дома, на добровольный карантин. Это касается даже тех, чьи анализы не подтвердили заражение. Все дело в том, что вирус может появиться не сразу. Данные, опять же, каждому гражданину передаются в медицинскую организацию, и медицинский работник в поликлинике по месту жительства выходит к этому гражданину в течение всех 14 дней. Его опрашивает, измеряет температуру, узнает его состояние здоровья. При этом, заверили в ведомстве, человеку будет официально выдан больничный. На 10-й день у него возьмут еще один контрольный анализ. На территории Алтайского края случаев заражения не зафиксировано, а вот в целом по России ситуация ухудшилась. За последние сутки выявили еще несколько случаев. Число заболевших превысило 20 человек. Всего в мире коронавирусная инфекция поразила уже 120 тысяч, и их число стремительно растет. О смерти помнили, о тюрьме забыли. Директор Барнаульской похоронной службы и его отец подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности. В офисе прошли обыски с участием сотрудников ФСБ. Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия и его отца, специалиста по оказанию ритуальных услуг в другой, частной организации. Они подозреваются в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности. По предварительным данным следствия, 2 последних года подозреваемые оказывали в Барнауле ритуальные услуги незаконно. При этом юрлицо не регистрировали, даже использовали ресурсы МУПа. В результате противоправной деятельности ими был извлечен незаконный доход в крупном размере, превышающем 2 250 тысяч рублей. Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю. Сегодня в Барнауле устраняют последствия пожара по адресу Луговая, 4. Накануне там загорелось административное здание. По данным МЧС, огнем были охвачены участковый пункт полиции и почтовое отделение. Ликвидировали возгорание 40 пожарных. К счастью, никто не пострадал, но крыша и перекрытие сгорели. Пожар начался в 17:30 вечера. Причина пока не установлена. Предварительно это неправильное обращение с электроприборами. Возгорание было ликвидировано в течение часа. На 25-й этаж на скорость, причем с 20 килограммами экипировки. Таковы условия соревнований, прошедших среди сотрудников МЧС. Нагрузки невероятные, а руководство с каждым годом усложняет задачу. Судья на месте. Так, точно на месте. 15-й этаж, судья на месте. Как учения назовешь, так и пройдут. Если у спасателей есть такая примета, то понятно, почему соревнования они назвали на высоте. Конечно, еще и потому, что огнеборцам нужно в полном боевом снаряжении на скорость подняться на 25-й этаж. Да, тяжело, но именно для проверки выносливости устраивают такие соревнования. В краевой пресс-службе МЧС говорят, что это к тому же популяризация спорта и профессии пожарного. Но главное – подготовить личный состав к тяжелым условиям. Все на скорость, но упростить задачу сотрудникам руководство не спешит. В этом году также мы придумали новый элемент в данных соревнованиях – это переноска оборудования на 25-й этаж. Непосредственно личный состав
одет в боевую одежду пожарного и непосредственно также на время и на скорость переносит пожарно-техническое вооружение. 20 килограммов на 25 этаж быстрее всего подняли за 3 минуты. Это и есть уровень подготовки настоящей пожарной бригады. Андрей Дреер, «День с толком». 300 миллионов рублей из федеральной казны получит Алтайский край на реконструкцию Новоалтайской котельной. Деньги в регион придут в рамках программы по модернизации изношенных объектов коммунальной инфраструктуры. Накануне в Москве проект реконструкции защитил губернатор Виктор Томенко. На встрече он подчеркнул, что Новоалтайская котельная номер один обеспечивает теплом 30% населения. Котельная старая, степень износа превысила 60%. Поэтому зимой не хватает мощности, чтобы согреть и обеспечить горячей водой всех потребителей. Приходится дополнительно подключать котельную железной дороги. Но после масштабной реконструкции котельная номер один сможет работать на полную мощность. 320 миллионов примерно будет стоить первый этап. На втором этапе этого проекта мы предполагали реконструкцию канализационного коллектора. Это система водоотведения. Реализация программы рассчитана на 2020-2022 годы. Алтайский край стал одним из 5 регионов, которым дана возможность в пилотном режиме отремонтировать изношенные объекты ЖКХ. Нашли своих героев. В барнаульском доме-интернате для престарелых и инвалидов ветеранам Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали. Как восприняли этот факт сами участники тех событий в нашем сюжете? Этому седовласому герою войны 94 года. Не так давно он оказался в интернате. Привез сюда сын, который иногда звонит, реже приезжает. На лице Ильи Стрижкова слезы. Он не любит говорить о семье. Больно. Неохотно Илья Иванович вспоминает и военные годы. В феврале 43-го его призвали на фронт. Снайпер и автоматчик воздушно-десантной бригады. Участник Парада Победы. Мне 19 лет исполнилось, и полтора месяца я попал на фронт. Переправа Днепра. Я десантник. Наша задача была, Копытухин, генерал-лейтенант, нам боевую задачу ставил. Наша задача занять плацдарм, чтобы пехота беспрепятственно переправилась через Днепр. Анна Сергеева в те годы была медсестрой военного госпиталя. Юная девчонка. Она и сейчас сохранила ту детскую наивность. А тот день, который достался нашей стране дорогой ценой, она помнит, как сейчас. В этот день победы, когда объявили, я была на дежурстве, когда Левитан объявил 1418 дней, которые длились в Великой Отечественной войне, победоносно завершена. И грянула музыка, такая громкое, что, кажется, сотрясались все стены. Это через 15 минут город проснулся. Буквально это было 4 утра. Улыбались, плакали сквозь слезы от радости, обнимались. Юбилейные медали сегодня нашли своих героев. Кто-то украсит ей свой парадный китель. А вот Демьян Каландач свои награды уже давно не коллекционирует. Дарит их молодому поколению. У меня их много было, я их не вешал. Ну, зачем ты в деревне жил? Как-то другие хвастаются, вот, я герой, там, туда-сюда. Ну, я это... Первые давали, каждый год нам давали мне, но я их отдавал пацанам. Для нас это очень важный праздник. У нас очень много ветеранов, ветеранов труда, ветеранов войны, тружеников тыла, вдов. Вот сегодня 26 медалей вручено нашим проживающим. Среди них один участник боевых действий, прошедший с 43 по 45 годы Великую Отечественную войну. Всего же в домах престарелых региона сегодня живет 144 ветерана. Они видели войну своими глазами, помнят победу. И спустя 75 лет продолжают принимать поздравления. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд узнаете о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.